Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про вплив мультфільмів і фільмів на гармонійний розвиток дітей. У нас в студії практичний психолог загальноосвітньої школи номер 49, керівник гуртка загальноосвітньої школи номер 48 Марина Дробишева. Друзі, хвилюйтесь разом з нами. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что, несмотря на вашу занятость, вы к нам приехали, и мы с вами уже волновались. Две недели назад, друзья мои, волновались мы о том, как мультфильмы влияют на маленьких детей. И есть мультфильмы хорошие, а есть мультфильмы опасные. А сегодня мы будем волноваться тоже про мультфильмы и фильмы, но уже возраст наших детей будет несколько другой, да, Мариночка? Итак, будьте добры, мы волновались о маленьких детях и не успели поволноваться о подростках. Будьте добры, подростки, которые смотрят мультфильмы, есть подростки разные, и есть мультфильмы разные. Итак, как мультфильмы влияют на подростков? И еще раз здравствуйте. Действительно, две недели назад мы с вами поднимали такую тему, очень интересную, для того, что же влияет на наших детей, да, насколько часто влияют мультфильмы, книги, которые мы читаем, фильмы, которые мы показываем маленьким детям. Мы с вами волновались о том, как правильно родителям подойти к вопросу, что показывать своему ребенку, да, насколько часто это показывать. И что именно может влиять в мультфильмах, в книгах, которые мы читаем и показываем нашему ребенку. И хотелось подвести такое небольшое резюме к предыдущей нашей программе, да, что самое важное, чтобы родители понимали, больше всего влияют на наших детей именно родители. То есть мы сами влияем на наших детей. И именно мы, родители, должны понимать, что от того, что наши дети смотрят, как они смотрят и насколько мы сами это знаем, это и будет влияние. Потому что если мы не знаем, чем интересуется наш ребенок, если мы не знаем, как часто он это смотрит или сколько по времени занимает то, чем он занимается, то это минус только нам, родителям. Поэтому узнавайте своих детей, интересуйте жизнью своих детей. И это именно очень важно в сфере жизни подростка. Теперь хотелось бы действительно подойти к подросткам, потому что в прошлый раз мы не успели поволноваться о подростках, мы волновались только о маленьких детях. Хотелось тоже немножечко разграничить подростковый возраст, и начнем мы с младших подростков. Это примерно возраст детей, вот, ну, 5, 6, 7 класс. Вот 5, 6, 7 класс, да, это младшие это подростки. Примерно, да, это так, ну, вот, очень условная граница, но относительно это младшие, это можно сказать, что это младшие подростки. Для них очень важно становится общение. Да? Есть такое понятие, как ведущий вид деятельности у нас, у психологов, у учителей, да и родители тоже очень многие об этом знают. Так вот, в каждому возрасту свойственен и характерен свой ведущий вид деятельности. Если для младших школьников это учеба, и детям очень важно то, как они проявляются в учебе, то, как они, к ним относятся учителя, как родители, да, трепетно или нетрепетно знают, как бы, да, об успехах и достижениях ребенка, или наоборот, о каких-то неудачах, которые могут происходить в жизни школьника, когда он первый там класс идет, второй, да, и так далее, то для подростка очень важным становится общение, для младшего подростка. И детям очень важно не просто, как они общаются, да, а какой именно статус они занимают в общении. То есть не просто мы общаемся, а слышат ли меня мои там одноклассники или те дети, которые мне интересны, да? Слышат ли они меня и идут ли они за мной? То есть как бы могу ли я сказать что-то такое или рассказать что-то такое, что заинтересует моих друзей? Они даже захотят это разделить вместе со мной. И здесь очень важно тоже как бы тот момент, что смотрят наши дети. Потому что очень жаль, наши дети читают мало. Да? Мы говорили тоже о книгах. И если для маленьких детей книги важны в жизни, да, родителям часто читают, это как своеобразный такой ритуал общения с маленьким ребенком, чтение ему книг, показывание каких-то сказок, то для старшего, для подростка, да, уже очень сложно, ну, сесть маме и почитать подростку, ну, как-то сложновато, потому что, во-первых, ребенок не может, может не захотеть этого, да, и мы, родители, очень часто заняты, нам не хватает времени.
Сами дети, к сожалению, не читают. Это факт. Вернее, не то, что не читают. Читают мало и читают маленькое количество детей. Они больше смотрят. То есть как бы для них фильмы и мультфильмы очень важны. Они очень серьезно как бы относятся к этим вещам. Да? Они смотрят разные фильмы. Для них очень важно потом в сфере как бы своих как бы, да, интересов обсудить это с друзьями. Какой там мультфильм или какой фильм был такой крутой, знаковый. А видел ли ты его? А что ты можешь об этом рассказать? А разрешают ли тебе вообще родители смотреть какие-то постарше там фильмы? Да? Для детей это очень важный момент. И родители должны понимать, что как раз вот в этом возрасте запрет не поможет вообще. Вообще не поможет. Ну, не поможет, потому что дети, они и так к запретам относятся очень так, да, негативно, и не находят, начинают искать пути, чтобы обойти наши запреты. То есть, если ты хочешь, чтобы ребенок что-то сделал, нужно ему не разрешать это делать, ну, да? Если, тогда... Да, это может, это может не сработать только с детьми, которые очень послушны. Это, ну, как бы многие родители считают, что это, ну, вот идеальный ребенок, это ребенок, который очень послушный, который всегда слушается, всегда делает, что мы говорим. Ну, на самом деле, представьте этот ужас. Такой ребенок, он не живой. Он очень боится ошибиться, он очень боится нарушить какие-то запреты родителей. Да? И в конечном итоге он вырастает в послушного взрослого. А послушным взрослым мы все прекрасно понимаем, да, им легко манипулировать. Им легко уже как бы заставить делать то, что ему, может быть, и не хотеться делать, но в силу того, что он привык слушаться всегда, он будет это делать. Поэтому запреты, они должны быть очень разумные и очень такие... Обоснованные и аргументированные. Особенно это касается, немножечко перепрыгну, к старшим подросткам, да, потому что для них уже характерный такой момент, когда у них строится мировоззрение. Они начинают подвергать сомнению все наши истины. Да, вот мы там родители, как родители что-то хотим рассказать своему ребенку, хотим как бы донести, что это правда и это истина, да, это очень важно. Дети начинают подвергать сомнениям. Они могут вплоть до того, что как бы выходить в такой нигилизм, да, и негативизм, полное отрицание того, что ты говоришь правильно. И тут очень по-мудрому необходимо родителям поступать. Если вы хотите сохранить отношения со своим ребенком гармоничные, хорошие и в будущем доверительные, да, чтобы они остались такими. Опять же, мы не говорим о запретах, мы говорим о понимании своего ребенка. И если вернуться к теме нашего разговора, да, к теме того, что нас сегодня волнует, насколько важно то, что смотрят наши дети, насколько важно родителям понимать, а не запрещать, да, попытаться вникнуть, почему моему ребенку нравится этот фильм, да, почему моему ребенку хочется посмотреть этот мультик, хотя иногда названия некоторых мультфильмов вводят в родителей просто, о, ужас, как это вообще можно смотреть и что с этим делать. Еще такой очень есть хороший момент, да, если вы, допустим, не хватает вам времени на современных, и сейчас очень много у нас информации, очень много мультфильмов, фильмов, за которыми просто, ну, невозможно действительно уследить, и все посмотреть их невозможно. Есть очень хороший способ для себя понимания и разобраться, как бы, да, что же это за продукт. Почитайте отзывы. Ну, я думаю, что если почитать отзывы, есть шедевры мирового кинематографа, да, есть шедевры мировой литературы. Все мы понимаем, что если это нравится, там, 2 миллиона там, или 100 тысяч человеком, да, но это не может быть плохо. Конечно, может быть процент, что это действительно плохо, и это подходит под категорию, что вот, ну, вот такой вот продукт, он нравится всем, потому что он хорошо разрекламирован. Но, по крайней мере, вы можете для себя понять, о чем идет речь. Да? По отзывам очень хорошо можно понять, как бы, что это за фильм или мультфильм, который там смотрит ребенок. Очень хорошо почитать комментарии самих подростков. Это тоже дает очень много информации о том, что интересует подростков, как это интересует и что они выносят. Вот самое главное, что они выносят из этого фильма. Потому что, просмотрев фильм, да, мы уже выносим по-разному. Мы разные вещи выносим для себя даже. Один человек посмотрит один и тот же фильм, и будет 3 или 4 мнения. Ну, а конечно. Что для меня важно? Точно так же и для детей. Но очень важно родителям все-таки разговаривать со своими детьми. Вернусь к этой теме, мы об этом говорили в прошлой передаче. Самый важный момент, особенно для подростков, разговаривайте со своими детьми. И не просто на уровне, как дела нормально. И вы успокоились и поставили себе галочку, что вы, ну, вы уже поинтересовались, как дела у вашего ребенка. Нормально — это не ответ. Нормально — это так, чтобы просто вот мы
друг другу поняли, что я поинтересовалась, а ты мне ответил. Спрашивайте, как это. Интересуйтесь, что нравится вашему ребенку. Да, есть очень хороший такой способ просто вывести ребенка на такой нестандартный разговор. Спроси у него, а сколько ты улыбался сегодня в школе раз? Сколько ты улыбался сегодня раз? Да, сколько в школе раз ты сегодня улыбнулся? А что тебя сегодня огорчило? А что тебя сегодня порадовало? Да? А что было сегодня интересным в разговоре с твоим другом? Вообще общался ли ты со своим другом? Успел ли ты сегодня с ним поговорить? А не как у тебя дела? Да нет, нормально, все хорошо. Ну, действительно, Марина, вы сегодня предлагаете нестандартные вопросы, в принципе, в стандартной ситуации, потому что обычно родители всегда спрашивают, как дела, какие оценки в школе. Обычно, да. Но если вы хотите стать своему ребенку другом, да, ведь друзья вряд ли спрашивают, как у тебя дела в школе, какие у тебя оценки. Они могут спросить, как у тебя дела в школе, но вряд ли друг будет спрашивать, какие у тебя оценки. Оценки интересуют всегда родителя. И давайте все-таки вспомним о том, что оценки, ну, не всегда есть показатель, да, наших знаний. Ну, если уже быть совсем откровенно там, в этом плане, да, поволноваться. Не всегда оценки являются показателями наших знаний. У меня сегодня может быть плохое настроение, я просто там постеснялся там, рассказать стихотворение и получил вместо 12 баллов, хотя я знаю, что это так. Ну, я получил там, допустим, там 5 баллов. Умный родитель попытается выяснить, если он знает, что его ребенок действительно учится хорошо, если, опять же, он интересуется делами своего ребенка, он знает, что он делает там домашнее задание, да, или занимается какими-то дополнительными делами, и он знает, что ребенок, в принципе-то, ну, все должно было быть нормальным. Это, наоборот, может быть таким маркером для родителя, что с моим ребенком что-то происходит, может быть, он влюбился. Если это там, да, мы о подростке говорим там ближе к старшему подростку, может быть, он поссорился со своими друзьями, да, либо наоборот, может быть, что-то было для него важным, он попробовал донести это своим друзьям, они его не услышали. А давайте вспомним, что для ребенка, как для человека, для маленького такого, да, человечка, который начинает осваивать сферы общения и начинает искать свое место в этом мире. Это очень важно, статус того, как именно, какое место он занимает в сфере своего, даже своего класса. Является ли он лидером? Всегда ли он является лидером? Или он, допустим, может быть формальным лидером, может быть неформальным лидером? Или если, допустим, есть какая-то группа детей, да, являюсь ли я лидером в группе тех детей, с которыми мне интересно? Или я всегда на вторых ролях, а мне хочется быть хотя бы иногда на первом? На первую роль, да, и очень часто для таких детей, если мы возвращаемся к телепередачам, фильмам, мультфильмам, книгам, то есть ко всем, в принципе, средствам, да, вот такие, которые являются литературными и художественными, если ребенок недополучает что-то в своей реальной жизни, он может уходить за этими ощущениями, за этими состояниями, за этими эмоциями именно вот в те придуманные художественные миры и там дополучать это. Но, тем не менее, Мариночка, есть же мультфильмы полезные, как мы вам, с вами да. уже говорили, так же, как и фильмы. Есть мультфильмы опасные для подростка. Полезные мультфильмы какого характера могут быть? Точно так же, как и для маленьких детей, да, точно так же для подростка все должно соответствовать их возрасту. То есть полезные фильмы, полезные мультфильмы будут именно те, которые соответствуют возрасту ребенка, чтобы ему были понятны те образы, да, те ситуации, те герои, которые есть в этих мультфильмах и есть в этих фильмах. Потому что очень часто ребенок, просматривая какие-то взрослые фильмы, не соответствующие ему по возрасту, он их даже может не понять. Ему они будут неинтересны. Но, к сожалению, сейчас у нас проскальзывают такие моменты, что даже в детские фильмы, да, пытаются внести неполезные вещи. Это, опять же, сцены агрессии, это, опять же, сцены насилия, это, опять же, какие-то взрослые состояния, взрослые какие-то отношения, которые маленькому подростку еще не совсем понятны, но он уже их видит, и они откладываются на подсознание, и потом они в какой-то момент могут ему прийти, опять же, в голову, да? Мы говорим о тех же моментах, как бы, сценах, которые связаны с половым развитием детей.
Очень часто у нас в фильмах показывается то, что детям не то, что нельзя видеть, просто им не стоит это смотреть, потому что в силу того, что у них возраст еще не подготовлен, да, и психика не подготовлена, сознание не подготовлено, мышление не подготовлено. Несмотря на то, что сейчас вот тенденции мы замечаем, что дети более раннего развития. Они более гибче в получении информации. Если посмотреть, насколько наши дети умеют быстро находить нужную им информацию, когда у них действительно есть интерес и мотивация. Вот когда у ребенка есть интерес, он очень быстро ориентируется и знает, где найти. Мы, взрослые, не всегда знаем, где это найти, они очень хорошо знают. И вот очень часто дети, которые свободны, да, которые умеют как бы общаться со своими родителями, они как раз даже очень многому нас могут научить в мире получения информации, в мире понимания, как быстро ее можно найти. Потому что мы не знаем, они уже знают. Они очень развиты сейчас. Наши дети, они отличаются от нас тем, что они уже родились в то время, когда наши информационные системы были очень развиты, да, вот там те же мобильные телефоны, те же там ноутбуки, те же компьютеры, то есть вспомните, там 30 лет назад мы даже не знали о том, что это возможно. Они уже с этим родились, то есть это в их знании, это уже в их сфере интереса. И это им помогает. Но есть и очень много опасностей. Поэтому, родители, я, ну, единственное, что хотелось бы действительно напоминать, это, наверное, будет красной нитью нашего разговора, что помните о том, что вы, как взрослые, ну, необходимо, чтобы вы понимали и знали, чем интересуется ваш ребенок, с кем он общается, что он смотрит, что он читает, и как он это понимает, самое главное. Потому что, просмотрев, желательно у ребенка спросить, а что тебе понравилось? А что тебе не понравилось? Почему тебе это понравилось? Почему это было тебе близко? Да? Почему это нашло отклик в твоей душе? Может быть, ребенок в какой-то ситуации или в каком-то герое увидел себя? Может быть, он увидел какую-то проблему, которая внутри есть, он ее не может решить, он не знает, как об этом сказать и поделиться, а тут он увидел, что, оказывается, это не только с ним происходит. Еще одна характерная особенность подростков, причем как и старших, как и младших, они считают, что все, что происходит в их жизни, это только с ними. Никто другой таких эмоций и чувств больше, ну, не испытывает. Мама никогда не влюблялась, папа никогда не знал отказа от девочки. То есть для них это очень такие важные, очень эмоционально насыщенные переживания. Иногда ребенок может чувствовать, что я настолько одинок, и меня никто не понимает. И вот через живя фильмы, в полной семье, да? Живя в полной, да, общаясь, все в порядке сам с общением, все с друзьями замечательно, есть там увлечение, есть хобби. Но иногда это опять же наши подростковые, да, вот эти гормональные балансы и так далее, ну там много разных есть причин. Просто это изменения в организме, это изменения какие-то психологические, это изменения там, да, физиологические. И ребенок иногда действительно может чувствовать, что только я, вот только моя любовь на самом деле, вот она такая вот самая печальная на свете. Да. И очень много как раз есть фильмов, да, вот и разной направленности. И фильмы, которые помогают показать сам ребенку, как выстраивать общение именно в этом возрасте. И фильмы, которые помогают выстраивать общение с противоположным полом, потому что это как раз тот возраст, когда уже первая влюбленность — это не на уровне подергать косички, а уже гораздо серьезнее, гораздо глубже чувства. Уже просто нужно жениться, наверное, да? Иногда и да. Иногда дети так и заявляют. Ну, мы все как бы понимаем, что это просто переход. Нет, иногда они не заявляют, что нужно жениться. Иногда они как раз они в этом возрасте могут сказать, что нет, я вот хочу узнать поближе, я хочу понять. Можно жениться и нужно жениться, это как раз больше может сказать ребенок детского сада. Ага, то есть все, женятся это сразу и безоговорочно дети детского сада, да? Бывает, подростки уже начинают думать. Бывает по-разному. Действительно, бывает по-разному. Мы же все индивидуальности, и дети наши индивидуальности. У кого-то это происходит так, у кого-то это происходит по-другому. Но мне бы хотелось родителей нацелить на то, что подростковые переживания, они очень серьезные. Относитесь, пожалуйста, к ним трепетно. То есть, да, не отмахивайтесь. Вот. Не нужно отмахиваться. А бывает, знаете, Марина, вот такая ситуация, например, подросток сидит, смотрит фильм, ну что-то он смотрит, и нужно, чтобы он что-то срочно сделал, и родители требуют: нет, сию минуту выключи, иди сюда. Ну, что тогда делать? А подросток, вот он весь туда ушел, ребенок, и он там, в том мире.
Ну вот хотелось, да, хотелось обратить на это внимание родителей, и не только родителей, да, там бабушек, дедушек, ну кто в этот момент находится с ребенком, чтобы вы понимали, что когда ребенок чем-то увлечен, и он действительно что-то смотрит, и для него это может быть очень важным в этот момент, не стоит это прерывать. Желательно дать ему досмотреть. Почему это очень важно? Потому что ребенок, когда смотрит мультфильм или фильм, или читает книгу, то есть он погружен в какой-то вымышленный мир. Но он не просто туда погружен, он в этот момент может себя ассоциировать с каким-то героем, с которым в этот момент, да, могут происходить разные ситуации. Он может быть в опасности, или он может быть сейчас, наоборот, побеждать в битве, да, и вот сейчас как раз самый трепетный момент, переломный момент в этой битве. И если мы ребенка отрываем и заставляем перестать смотреть, да, или перестать читать, может просто ребенок зафиксироваться, есть такой момент фиксации вот на какой-то ситуации. То есть это психологически опасно, да? Я не прожил до конца ту ситуацию, в которую я сейчас погрузился. И если это была позитивная ситуация, ну, может быть, легкое разочарование. Если это была ситуация, связанная с какими-то там опасными переживаниями, да, или эмоционально негативными переживаниями, ребенок может просто, ну, погрузиться в них и остаться. И если мы выдергиваем его, мы не даем ему прожить до конца, не даем получить позитивные эмоции от того, что все завершилось хорошо, все закончилось хэппи-эндом. Поэтому если есть возможность все-таки дать ребенку время досмотреть или дочитать, или доиграть. Очень часто ведь дети и играют тоже, как бы, да, они проживают миры, они выстраивают свои какие-то миры, они проживают в них ситуации, которые для них сейчас важны. Они таким образом набираются опыта, они проигрывают ситуации, они проигрывают разные роли, они получают опыт и навыки поведенческие. И если мы его прерываем в этот момент, ну, во-первых, мы как бы, да, где-то показываем неуважительное отношение свое к деятельности своего ребенка. Можно просто оговорить перед тем, как ребенок садится что-то делать, будь это просмотр телевизора, будь это там игра, проговорить, сколько времени у тебя на это есть. Если ребенок со временем не очень дружит, да, он не умеет там отследить, что уже скоро завершение, просто аккуратненько ему намекнуть, что у тебя там осталось там 15-20 минут, если это игра. Если это просмотр фильма, тогда вот понимаете, что если ребенок уже смотрит, либо дайте ему досмотреть, либо не начинайте, да, либо не разрешайте смотреть совсем. То есть, ну, трепетно нужно относиться все-таки к личностным границам нашего ребенка, да, и к нашим собственным. Все можно решить, договариваясь, все можно решить, разговаривая. А можно решать авторитарным способом, говоря, что я мама, я так решила, и будешь делать так, как я сказал. До определенного возраста он будет делать, потом он скажет, что теперь я взрослый, я решил, и я буду делать так, как я сказал. Марина, ваша точка зрения как психолога все-таки, знаете, как бывает, хорошо применять и тот, и другой способ, но вы склоняетесь все-таки к какому? К авторитарному или к тому, что с ребенком нужно устанавливать доверие? Я склоняюсь к такому способу, что с ребенком нужно устанавливать, не нужно, а просто желательно, да, устанавливать доверительные отношения. Но не стоит забывать об индивидуальном подходе. Все дети разные, все родители разные. И никто не говорит о том, что есть какие-то рецепты правильные, которые вот могут помочь решить все вот от и до, да, вот стопроцентное. То есть панацеи нет? Панацеи, ну, конечно, панацеи нет. Все по ситуации, все по какому-то обоюдному согласию, что ли, да. Но самое главное – любя. Вот если вы любите своего ребенка, ребенок это всегда чувствует. Даже если вы его ругаете в этот момент, да, или что-то ему запрещаете, или что-то не разрешаете, но делаете это с любовью к нему, ребенок понимает, что есть какие-то запреты, ну как без запретов. Запреты должны присутствовать в жизни. Это помогает простроить отношения с другими людьми. Если ребенок не чувствует никаких границ, а очень часто сейчас у нас дети не чувствуют границ, это не всегда помогает ему выстраивать отношения с другими людьми. Главное – любить своего ребенка. Вот когда родители любят своего ребенка, уделяют ему достаточно внимания, этого всегда хватает для того, чтобы помочь ему преодолеть какие-то жизненные ситуации, которые встречаются на его пути. А бывает, когда у ребенка не хватает времени на любовь, не у ребенка, а у родителей не хватает времени на любовь. А как это?
Ну, вот я его люблю, но поговорить, или там ее люблю, но поговорить и обсудить нет времени. Ну, так это же не хватает времени не на любовь, это не хватает времени на общение. На внимание, да? И на внимание. А времени на любовь, если то вы... То есть любовь вне времени. Ну, конечно. Если вы любите своего ребенка, он всегда это чувствует. Он это знает и понимает, и мы это чувствуем и знаем. Да. Ну что ж, Мариночка, спасибо вам большое. Мы обсудили сегодня, что действительно хорошие мультфильмы и фильмы влияют на гармоничное развитие ребенка, друзья мои. И предлагайте своим детям хорошую продукцию, и фильмы, и мультфильмы, чтобы, главное, дети росли в любви. Это вам советует наша сегодняшняя гостья, практичный психолог загальноосвітньої школи номер 49, керівник гуртка загальноосвітньої школи номер 48 Марина Дробишева. Саме про це ми і хвилювались, про любов, друзі. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.